Меня зовут Дрочко Вадим. Сегодня я представляю две работы. Первая – это уроки вокала. Я сделала с Фомирана, с аудиорежиссера и совет учеников. Выбрала я эту тему, потому что когда я был в городе Сальске, был концерт, и мне очень понравилось, как поют дети. А вторая работа – это аппликация из тополиного пуха, искусство древних самураев Ашибана. Чтобы сделать такую работу, вам понадобится иметь терпение и увидеть красоту природы. Да и здесь я продолжил тему животных. Это ежик. Идет в тумане, держа в лапке одуванчик, мечтает о море, солнышке и пляже. Спасибо за внимание.